Здравствуйте, Владимир, Роман, компания Maxi Forex. Могу ли я вам задать несколько вопросов? Здравствуйте, да, вы, конечно, можно задать вопросы, я готов ответить. Спасибо, Владимир. Скажите, пожалуйста, как давно вы торгуете на рынке Форекс и как давно сотрудничаете с нашей компанией? Я начал торговать на Форексе года полтора назад. Учился на курсах и пытался торговать. Ну, не очень удачно сначала, потому что был опыта вообще никакого. Потом познакомился с вашей компанией. И познакомился, причем очень удачно. Очень удобные инструменты, очень легко можно понять, и даже новичку, как я. Очень легко. Замечательно. Вот я знаю, что за этот месяц у вас есть определенные успехи в торговле, и вы в последнее время увеличили и депозит, естественно, и прибыль даже, да, ваша доходность увеличилась за последнее время. Я бы хотел узнать, да я думаю, что и наши слушатели хотели бы узнать, каким образом это происходит, может быть, немножечко о стратегиях, которые вы принимаете, и о любимых валютных или сырьевых парах. Ну, во-первых, у меня очень хороший консультант, менеджер, очень хороший, и вовремя меня останавливает, так как у меня бывает такое, что я очень эмоционально торгую, бывает, и много очень беру сразу. Но стратегия такая, я заранее вижу, где идет интуитивно даже, скорее всего, даже только не технический анализ даже, а даже интуитивно чувствую, что будет хороший плюс и снижу за результатом. Вся ваша торговля, насколько я понимаю, происходит в паре, да, с вашим менеджером, с вашим брокером, ну, в основном. И я хотел бы, чтобы вы пару слов сказали об этом обслуживании, вот о ней, о том, как помогает она советом или тренингом, если были какие-то тренинги, то есть обучала ли она вас каких-то техникам или нет, и так далее. Во-первых, в первую очередь она сказала, мне советовала, что мне очень много сразу ставить. Нужно очень осторожно и очень разумно. Тогда будет успех. Вот. И что она мне подсказывала, что нужно следить и ставить инструменты обязательно. Смарт, да? Трейдер. Очень нужно следить за инструменты, очень выбирать нужно осторожно. Вы инструменты, вы имеете в виду валютные пары или сырьевые пары, да? Валютные пары это британец доллар в основном, очень выгодный, и евро-доллар, очень выгодный инструмент. То есть это основные, да, пары, на которых вы торгуете? Да, ну еще у меня получалось очень удачно, в основном это евро-иена и доллар-иена. Иеновые пары. Британец не очень. Британец, иена... Не очень. Это очень субъективно, но, в принципе, вы работаете как и на основных, так и на кроссовых парах, насколько я понимаю, это абсолютно нормально. Сырьевые не очень удачно найдут. Сырьевые не очень удачно. Ну что ж, всему свое время. Да? Потихоньку войдете в сырьевые пары. Я думаю, что вход в эти инструменты, он тоже каждому свое. Кто-то хочет или может входить в это, именно должен постепенно. Поэтому не нужно торопиться, да, входить в какие-то инструменты, как говорится, с шашками наголо, никуда не торопитесь. Как человек, который вы уже работает, да, какое-то время на рынке Форекса, сказали, что вы на Форексе уже полтора года, успели, что называется, поучиться, и поторговать, и были и положительные результаты, и наверняка отрицательные результаты. Хотелось бы, чтобы вы сказали пару слов начинающим трейдерам, которые еще, может быть, не решились, и будут нас смотреть с вами, не решились торговать. Как, по-вашему, что нужно для того, чтобы работа на Форекс была прибыльной и продуктивной? В первую очередь нужно терпение и оптимизм. Не нужно пугаться торгового терминала и пугаться сложности взаимоотношений с мировым финансовым движением. Нужно обязательно чувствовать,
победу, а не поражение. Нужно думать позитивно. Позитивно, очень позитивно. Тогда будет прибыль. Тогда будет всех и будет будет все. Понятно. Тем более с таким прекрасным терминалом, как Макси Форекс, это. Замечательно. Скажите, пожалуйста, с какой суммы вы рекомендуете начинать торговать начинающим трейдером? Более-менее такая сумма для начала, для взлета, это хорошо начать с 2,5-3 тысяч долларов. Это такое начало, более уверенной суммы. Замечательно. Ну и последний вопрос. Существует множество мнений по поводу рынка Форекс. И мне хотелось бы, чтобы вы, как человек изнутри, ответили мне на один простой вопрос. Как вы считаете, возможно ли зарабатывать на рынке Форекс? Зарабатывать на рынке Форекс можно очень реально и очень успешно. Опять же, повторяюсь, если есть оптимизм и уверенность в своих силах и в своих знаниях и прислушался к профессионалу. Думаю, что это очень верно, то, что вы сказали. Действительно, нужно работать в команде, слушать друг друга, да. Определять очень верно цели. Большое вам спасибо, Владимир. Мы с вами продолжаем общаться. Сегодня будут еще очень интересные движения. Я вам желаю всего доброго. Удачи вам в торгах. Будем на связи. Спасибо вам, до свидания. Всего доброго.